Ну там толкает, меня толкает. Не табличку повісить, щоб телефони виключили. Тільки є бенефіціарним власником ряду підприємств. І також хочу залучити документи. Це протокол переговорів Бойка, коли він намагався придбати Житомирську фабрику. І відомості про його транспортний запис. Здравствуйте, оскільки це має значення. Почему вы не стоите возле судьи? Провокационное питание. Нет, вы только что сказали, что вам дали команду стоять возле судьи. Кто дал команду? Вот я спрашиваю. Я мне не даю, я стою для обеспечения публичного порядка. Подождите, все слышали, что сказал? Нам дали команду здесь стоять. Ваш Беляков, давайте я для вас. Давайте я пойду для вас. Чего вы возле судьи стоите? Вы сказали, кто вам дал команду? Пресс-центр главный. Не обратиться в пресс-центр, спросить, кто дал команду стоять возле судьи. Серьезно? Может, еще Киву пригласить?